Ехали-ехали, проехали где-то километр, ну, может, полтора, и устали. Отдыхаем. Я хочу домой! Мы не устали, мы просто заправляемся. Заправляйся. Топливо нынче у велосипедистов типа вот такого вот. Чтобы вот это все вести, то, что мы понабрали, это надо заправляться вот этим вот. Времени. Я не знаю, ну часов, наверное, 7:30, может быть. Доброе утро. Димон, я, короче, стартуем. Сегодня у нас вело, походу. Пожалуйста, профессиональные эти велопоходники, не смейтесь с этого всего, да. Димон загрузил свой велосипед по максимуму. Экспериментирую. Сегодня поедем по интересному маршруту. Горячий ключ, Индюк через Фанагорийское и Садовое. Там, как оно получится, узнаем в конце. Синий, да? Загрузились в электрон, уже оплатили. Вышло нам 250 рублей, получается, да? 253 рубля. Из них 70 рублей велосипед. 1114, наверное. 1114 за 4 человека, за 4 железных коня. Это обдирательство. Почти вот, велы перевозят вот так вот. Главное, чтобы они сейчас не упали. Наш видеоблог о том, как снимают видеоблоги. Сейчас выйдет блогист Владимир. Блогист Олег, блогист Димон. Вова, выходи. О, здорово. Мы едем из Краснодара. Куда мы едем? На Индюк пока. А потом, может, на море. На Индюк. Горячего ключа на велосипедах едем на Индюк. Через Если Фанагори. Все офигенно вкатит, то доедем даже до моря. Это как бы обнадеживающе, но, бля, будем стараться. Мы стоим на станции, длинная остановка, едем с великами с Краснодара в горячий ключ. Оттуда с горячего ключа стартуем по джиперской дороге. И едем в Индюк. Нас там ждет, ну, в принципе, климбинг такой, ну, как бы подъемы, спуски. Потом хороший такой подъем в гору. Ну, и, как всегда, после подъема идет, естественно, затяжной хороший такой спуск, что велосипедисты очень любят. Вот. И если офигенно все вкатит, то с Индюка мы даже выдвинемся в топ-се и покупаемся на море. Нас 4 человека. Вот такая вот компашка. Помашите, блядь, в камеру. Мы велосипедисты, вот. Если у тебя есть велосипедная фляга, ты уже велосипедист. Все. И камера. У Андрея поползла дочь, и он все, он больше не может ехать. Он просто вне себя от счастья и забыл, где педали. Вот он, трындит. Вот. С женой, с Наташкой. Все, короче, мы сгрузились с электрички. Вот. Мы в горячем ключе. Вот наша барахлишка, вон наши велосипеды. Сейчас будем барахло накидывать на велосипеды, вот, потом едем в Магнит, закупаемся едой, алкашки надо взять, ну вот так, по мелочи, у нас же для здоровья поход, да, поэтому алкашки по мелочи берем. Да. Что, навигатор, поехали. Все, вот водитель, ребята.
Я тоже. Нормальная тема. Поддерживаю. Чик-чирик. Из камеры. Ну что, вот, ребят. Я, конечно, налегке. Нам на Фанагорийское село? Если на Фанагорийское, то прямо. Вау, обед. Едешь с 9 утра, из этого времени мы только покрутили педали полтора часа. Надо уточнять, что едем мы с 9 утра на электричке. Ну, вообще, да. Отдохнули? Да, буквально совсем чуть-чуть. Нам примерно еще 20-23 километра по грунтовой дороге. Прям, короче, до Чинар. Наша задача туда успеть, и там станем на ночлег. Электро. Чё, говорит, мы нашли ее, базу торпедных катеров. И чё, и куда? Горизонт заморозен. Бассейн. Это, мне кажется, эти застрянут, нет? Сумки. А не, нормально. Где-то мы вас увидели, да? Далеко, далеко там асфальт. Да, все слева. Спустя 33 мы на пчелке закидываемся орешками. Ну скажи, вот как тебе вот такая лайтовая покатушечка? Больно. Пятой точке больно. Боль, страдания. Ноги нормально все? Это ноги? Физуха. Ноги завтра будут, наверное. А-а-а. Ну так я еду, прям думаю о жопе. Владимир, ну скажи твои ощущения. Мои... Тоже юзаешь капитально велосипед. Мои ощущения заебись, охуительно. Не, блядь, напряжно, конечно, да, но оно того стоит.
Особенно когда хуяришь в гору, блядь. Особенно когда потом такой резкий с коровой, да? Поднимаешься, блядь, а там такой спуск, ебать. Вай, километр, блядь, ты просто мчишь. Говорю, жопа не болит? Нет, ты знаешь, в велотрусах, кстати, это гораздо лучше. Гораздо лучше. Ну а что тебя спрашивают, ты все знаешь, короче. А вот мы немножко их почистили в речке. Ну так. Проехались по воде чистой. А до этого они в таком хламе, блин. На велосипеде пока чистые, это только покрышки. И то не очень. Приехали, чуть-чуть не доехали. Сколько не доехали, не скажем. Но в любом случае, дорога была довольно-таки такая. Вымотала нас. Активно покрутили педали, да. Вот, нашли такую полянку в этом. Остановка электрички «Пчелка». Тут у реки. Там, слушай, даже поезд идет. И здесь вот такая вот поляночка. Ставим сейчас палаточку и будем релаксировать. Утро доброе. Ехали-ехали, короче, мы доехали только сюда и дальше никуда не поехали. На этом наше путешествие практически окончилось. Мы также на этой, как его, на пчелке. Ну, сейчас, может быть, максимум довонем до апопостика и все. Пошел дождик ночью. О велосипедах мы заботимся. Даже чехол нам накинули на них. Варим макарошки с тушенкой. Чаек с вафлями. С вафлями, которые уже начали есть. Шоколадка. Да, с шоколадкой. И с мармеладкой. И с мармеладкой. Мармеладка, зайди. Всем по два чая надо. Да. А так, в общем, тепло, хорошо. Погода радует. Октябрь месяц. У нас Дима пошел за водичкой, зачерпнул водичку из ручья, а там она вон выпрыгивает. Это какой-то хищник. Хищник? Да. Хотела тебя съесть? Вон еще одна. Не, ну они эти золотые, серебристые, серебристые хищники. Улов! Как же Костян говорил? Проводим сборку лагеря. Собираем манаточки и валим. Уровень реки. Воды поднимаются. Вчера мы проходили, было чуть выше колена. Сейчас будет, наверное, почти по пояс. Октябрь месяц, погодка радует, речка теплая, короче, ништяк. Все-таки двинули до Чина, а пустик погнали, но ловим моменты, улыбаемся ему. Чуть-чуть до Чинар мы не добрались. Вернулись назад на 1740 километр. Сейчас пойдем. Решили помыться. Привести велосипеды в порядок. Мой конь меня подвел. Мы вернулись почему? Потому что у Вовчика немножко проблемы с декатлоном, с сиденьем. Ну вот, она у него практически изначально образовалась, так что он вернется, будет разбираться, почему это крепление плохо держит вот эту регулировку. Вот. У Олега все хорошо и все плохо. Он не доехал до Чинар.
Теперь он нас тихо молча ненавидит. Димон, Димон развлекается, короче, блядь, в воде. Ты покажи, как ты яйца моешь. Напоминаю, октябрь месяц. А яйца-то не казенные. Вот. Надо держать в чистоте. Все, навели порядок. Так вот и живем. Станция 1700, там какой-то 40-й километр. Велосипеды продолжают мыться. Здесь такая маленькая остановочка. Уже переоделись, в принципе, в сухое. Все довольны. Ждем поезд. Так, на этой покатухе у нас абсолютно новый Битвин, который был... Да, его перед покатухой забрали буквально, блин, за сутки до покатушки мы забрали его с магазина. Обед. На обед у нас пюрешечка с тушеночкой, с кетчупом, хлебцами, кофе, фантой. Печенькой, шоколадкой. У меня вообще, вон, я бы консервную банку открыл, там оказалось пюре, да. Сюда прям? Да. Как говорит Олег, обед пенсионный, как ты сказал, команда пенсионеров? Как, сборная пенсионного фонда. Он передумал сниматься в нашем кино. Короче, вот нас. Главное создать вид, что ты командуешь всей операцией. Короче, откатались, ништяк, не вымыкли до чертиков. Покатушка почти удалась, на процентов 50. На процентов 50. На 30. На 30. Вот, в общем, довольны. Вот. Съели все, выпили все, как планировали. Ну, в общем. А что там все идет? Ништяк. Всем пока.